Оля, еще чуть-чуть, что у меня в ауле тяжело. Пошел. Ну-ка. Раз, два, три. А, молодцы как. А ты еще делай. О, видишь как? Так Господь делает. Сильные мужики растут. Не сильные. Все, а где второй-то? Ну-ка, туда заходить нельзя. Так, ребята, а вы зачем туда зашли? Ну-ка, включи сюда, иди. Ну все, вот туда. Считай, что написано. Ну-ка, вслух прочитай. Внимание, в комнату не входить. Заходить могут только взрослые с младенцами. Ты это не читал, да? Здесь. Читал. Ну, теперь знаешь. А там дети, матери кормят, груднички есть. Так. Баночку это сразу подай, я в руки как придет. Виктор, свет включи, да? Свет включи. Ну, я хочу. Я здоровый. Давай, иди. Так, пропустите. Проходи. Да я тебя благословил, проходи. Проходи, проходи быстрее. Это 28 уже апреля 2024 года. Верное воскресенье. Сегодня перед началом богослужения батюшка зашел в трапезную. Ну и вот. Подходят, благословляются. Из путешествующих, ну, кроме Юлии. Паста. Ну, все, пропало все. Ничего нет. Володя завтра уезжает. Так, писать вот это? Я не знаю, с кем, а с Игорем поедет. Ну, завтра они, ладно. Вот стою все книги, 38 томов и плюс новое издание и любимый мною флаг, единственный за всю мировую историю, который говорит о рождении, о спасении неба и будет суд Божий. Откровение 21.10. Белый престол, когда исчезнет небо и земля. Вроде. Все. Каждый день новенькое. Она в Калининграде. Не пиши, она все время путешествует. Так, я шла зачем? Ну все. Так, ладно. Я объясню. Да. Это теперь Надежды. Да, она у нас это. Какое тут движение.